Всем доброго дня! Изучаем английский язык по учебнику Spotlight 8 класс. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Page 85. Страница 85. Culture Corner 5. Уголок культуры 5. Scottish cows. Шотландские коровы. Pet the cow. Заведи себе корову. When you think of Scotland, the first animal that probably comes to mind is Nessie, the legendary and shy monster from the Loch Ness. Когда вы думаете о Шотландии, первое животное, которое, вероятно, приходит вам на ум, это Несси. Легендарный и скрытный монстр из озера Лох-Несс. However, the Scottish Highlands are home to another creature, which is much easier to spot, the Highland Cow. Однако, шотландские горные районы являются домом для другого существа, которое намного легче найти – шотландской коровы или горной коровы. In Scotland, cows are called coos. В Шотландии коров называют coos. The Highland Cow is an ancient Scottish breed with long horns, long hair and a fringe that makes it look different to other cows. Горная корова – это древняя шотландская порода с длинными рогами, длинной шерстью и челкой, которая делает ее не похожей на других коров. Legend has it that a long time ago a farmer wanted to impress his wife with a new variety of cow that would actually last through the long winters. Легенда гласит, что долгое время тому назад фермер захотел впечатлить свою жену новой разновидностью коровы, которая выживет во время долгих зим. The cow is also unique because it can survive on poor grazing grounds, eating plants that other animals don't. Корова также уникальна тем, что она может выживать на бедных пастбищах, поедая растения, которые другие животные не едят. The farmer crossed a standard Hereford cow with a longer head, smaller cow, and got one of Scotland's most popular tourist attractions. Фермер скрестил обычную херефордскую корову с длинношерстной маленькой коровой и получил одну из шотландских наиболее популярных туристических достопримечательностей. This cute animal is also known as shaggy coo or hairy coo. Это милое животное также известно как мохнатая корова или волосатая корова. It has become a national symbol of Scotland and is important for farming as well as tourism. Она стала национальным символом Шотландии и является важной для фермерства, так же как и для туризма. If you take a bus tour to the Scottish Highlands, don't miss the chance to take a photograph of this animal. Если вы возьмете автобусный тур до Шотландских Нагорий,
Не упустите шанс сфотографироваться с этим животным. Задание первое. What is the animal in the picture? Что это за животное на картинке? This is a Scottish cow. Это шотландская корова. Или можно перевести This is a Highland cow. Это горная корова. То есть это животное называют шотландской коровой, а иногда называют горной коровой. Think of three questions about it. Придумай три вопроса о ней. Read, listen and see if you can answer your questions. Прочитай, послушай и посмотри, сможешь ли ты ответить на свои вопросы. Ну, первый вопрос. Why does the cow have such long horns? Зачем корове такие длинные рога? What does this cow eat in winter? Что эта корова ест зимой? И третий вопрос. Where do farmers keep these cows? Где фермеры держат этих коров? Второе задание. A. Read the text again and mark the sentences T true or F false. Прочитай текст снова и пометь предложение буквами T true правда or F false неправда. Correct the false statements. Исправь, подкорректируй неправильные высказывания. Первое. Nessie is a breed of Highland cow. Nessie – это порода горной коровы. F. False. Nessie is a monster from Loch Ness. Nessie – это монстр из озера Loch Ness. Второе. Highland cows are difficult to find. Горных коров трудно найти. F. False. Highland cows are easy to find. Горных коров легко найти. Третье. The Scottish cow came from two different breeds of cattle. Шотландская корова произошла от двух разных пород скота. Но это правильно. T. Четвертое. Scottish cows were bred to withstand difficult conditions. Шотландские коровы были выведены, чтобы они могли противостоять сложным погодным условиям. Пятое. Scottish cows are popular for more than one reason. Шотландские коровы популярны по более чем одной причине. T. True. Правда. B. Look up the words, phrases in bold in the word list. Найдите слова и фразы, выделенные жирным шрифтом, в списке слов. Legendary – легендарный. Creature – существо, создание. Spot или to spot – увидеть, заметить. Highland – высокогорье, горный район. Ну, можно горный перевести. Breed – порода. Fringe – челка. Legend – легенда. Impress – впечатлять. Grazing grounds – пастбище. Crossed – скрестил. Шаги – косматый, мохнатый. Miss the chance – пропустить шанс. А тут написано don't miss. Не пропустите шанс. Задание третье. Use the picture to describe the Scottish cow. Использую картинку, чтобы описать шотландскую корову. The Scottish cow has shorter legs than an ordinary cow. У шотландской коровы короче ноги, чем у обычной коровы. It has long curved horns. У нее длинные изогнутые рога. Long red hair. Длинная рыжая шерсть. There is a fringe on the forehead.
На лбу есть челка. Then tell your partner two things you found interesting about Scottish coos. Затем расскажи своему партнеру две вещи, которые ты находишь интересными в шотландских коровах. Ну, лично я ни одной вещи интересной не нахожу, потому что I do not see anything interesting in these cows. Я не вижу ничего интересного в этих коровах. We have the same hairy cows live in Siberia and in the Republic of Sakha. У нас есть такие же длинношерстные коровы, и живут они в Сибири и в Республике Саха. Четвертое задание. Project. Проект. Collect information, then write an article for an international student magazine about an interesting animal that lives in your country. Собери информацию, затем напиши статью для международного студенческого журнала об интересном животном, которое живет в вашей стране. Write. Напиши its name, его название. What it looks like. Как оно выглядит. What it eats. Что оно ест. What makes it special. Что делает его особенным. Any other information. И любую другую информацию. The yakut cow was bred in Russia in the Republic of Sakha in Yakutia from the Indian cow zeb. Якутская корова была выведена в России, в республике Саха, в Якутии, от индийской коровы зебу. The yakut cow is small, covered with long, thick and wavy wool. Якутская корова маленькая, покрыта длинной, густой и вьющейся шерстью. On the head of the yakut cow is not long curved horns. На голове якутской коровы не длинные изогнутые рога. In summer a cow eats grass on the pasture. In winter cows are fed with hay. Летом корова ест траву на пастбище, зимой коровы питаются сеном. Yakut cows almost do not get sick, therefore they are easy to keep even novice farmers. Якутские коровы почти не болеют, поэтому их легко держать даже начинающим фермерам. Yakut cows go to the river to get drunk in 50-degree frost. Якутские коровы ходят к реке на водопой даже в 50-градусный мороз.